Соня! Соня! Ну что он пристался с этой Соней? Так, пока готовят операционную, разбудите Хромова. Кто это? Иван Николаевич, немолодой такой доктор. Он в первой смотровой прилег на полчасика. Он мне нужен ассистентом. А вы? Я сам разберусь. Я буду операционной. Так, давай сюда. Чего ж мы его не зафиксировали-то? Мы же его не фиксировали? Ну это же вы мне сказали не фиксировать. Да, это я виноват. Ладно, вы меня извините, что я на вас накинулся. Сын где? Сын не приехал? Из другого города летит. Не приехал, приедет. Вы меня слышите? Слышу. Не кричите. Зачем вы в окно-то сиганули? Зачем встали-то? Соня меня позвала. Соня позвала. Соня моя меня позвала. Соня. Иван Николаевич, извините, что разбудили вас. Ничего, ничего. Серьезное дело? Ну да, нужна ваша помощь. В общем, исходно поступил перелом правой подвздошной кости, перелом правого предплечья, закрытый ЧМТ, алкогольное опьянение. Сделана репозиция переломов и мобилизация. Но полчаса назад встал с кровати и упал. Как встал? Вы что, не зафиксировали? Ну, потом разберемся, сейчас некогда. Ну, в общем, теперь разрыв мочевого пузыря и кровотечение в клетчатку таза. Так, что сделал? Ну вот, отделил тазовую клетчатку. Черт, все время кровит. Салфетку. Так, крючки. Вот видите, кровит губчатое вещество. Я не могу ни остановить, ни перевязать. А если использовать воск для гемостаза? Такой только нейрохирургии есть. Давай, иди, звони Шейнину. Девушка. Простите, пожалуйста. Ничего страшного. Не нуль. Ну что, что? Сын Зимина не приехал? Я здесь. Я сын Зимина. Здрасте. Что с отцом? Здравствуйте. Погоди, а ты что здесь делаешь? Ты жужжал, я видел. Не спалось мне, и что? О, за пучеглазик спасибо. Ой, ради бога. Так, стоп. Что с моим отцом? Послушайте, ваш лечащий врач Куликов. Я сейчас его позову. Ну что же вы за отцом к нему следили? Он напился и выпал из окна. Так, стоп, подождите, я работаю в Тольятти, я только сейчас приехал. Его сейчас оперируют. Как, до сих пор оперируют? Мне позвонили вчера днем, операция уже началась, а вы до сих пор оперируете? У него тяжелое состояние, потребовалась вторая операция. Ждите, мы вас позовем. То есть, как вторая? Ну что? Шейнин сказал, что воск дефицитный, американский, только для сложных нейроопераций. Не дает. Говорит, подотчет все. Давай, ищи начальство, пусть они с Шейнином договариваются. Сейчас мне меньше всего этого хотелось бы, конечно. Без воска мы не справимся. Да подождите вы. Да. Елена Алексеевна, это Куликов, можно? Да.
воск вам выдадут. Только лишь потому, что это экстренная ситуация. Как можно было допустить такое, чтобы пациент выпал из окна? Как? Сергей Анатольевич, вы закончили? А то там сын Зимина приехал. Нет, мы не закончили. Вот. Так что теперь делать? Вы его фиксировали? Вы фиксировали пациента с белой горячкой? Мы его фиксировали. Ну, ремни старые, вот они и порвались. Скажите, чтоб ждала в приемной, я с ним поговорю. Пойдемте. Нина, не спите? Нет, простите. Это сын Зимина? Да. Если он к вам подойдет и что-нибудь спросит, то вы, пожалуйста, скажите, что... Я скажу. Что вы скажете? Я скажу, что его папаша алкаш, что он сам виноват, и мы не обязаны смотреть здесь за каждым алкашом. Правильно? А что с вами? Все нормально? Да нет, я же вижу. Нормально. Нет, не нормально. А вообще, почему вы сегодня дежурите? Сегодня же не ваше дежурство. Я поменялась, Ирина Алексеевна. Могу? Вы знаете, я поменялась, чтобы побыть в тишине, вы не поверите. И разговаривать с совершенно незнакомыми мне людьми. И все. Простите, если нагрубила. Ничего, я понимаю. У вас медицинское образование? Да. Так может, вы просто засиделись здесь? Нет. Давайте подумаем, морозьте в профессию. Пожалуйста, я готова помочь. Спасибо, конечно, за предложение, но... Я думаю, мне не понадобится это в ближайшие года два. В общем-то, вы же не в декрет собираетесь? Или... Да нет, меня прекрасно устраивает мое рабочее место в данный момент. Это хорошо, потому что вы очень ценный работник. Спасибо. А если соберетесь рожать? Я должна об этом узнать первой. Что сказала Ирина Севна? Да ничего. Возможно, стоимость воска придется возмещать за свой счет. Все, я закончил. Шьем. И больница будет приплачивать за то, что здесь работаем. Скачок давления 220 на 160. Сейчас стабилизируем. Нормальный такой скачок. Магнезию. Во время прошлой операции была внезапная остановка сердца. Алена, а ну-ка проверьте-ка глазные симптомы. Секундочку. Правое веко опущено, птоз. Зрачок сужен, миоз. И что? Птоз, миоз и... Нафтальм? Синдром Горнера? Возможно, у него субарахноидальное кровоизлияние. Вообще, это не алкаш, а какая-то медицинская энциклопедия. Здравствуйте. Павлова Ирина Алексеевна, заведующая отделением. Умер. Нет, ну что вы, я просто вышла для того, чтобы объяснить, почему ваш отец опять оказался в операционной. Послушайте, Ирина Алексеевна, вы могли подумать, что мой отец пьющий, алкоголик. И, соответственно, так к нему отнестись. Это не так. Одну секунду. Нам все равно, пьющий пациент, не пьющий. Мы ко всем относимся одинаково. Пройдемте. Блин. Сами бухают, жизни не дорожат, а нам потом корячится за копейки. Сережа, перестань. Я еще должен за воск платить. Сергей Анатольевич, мы работаем или нет? Работаем. Делаем спинномозговую пункцию. Так вот, побольше согни же, мне легче попасть будет. Нет, ну Иван Николаевич, давай, ты давай, саботаж давай. Сильнее нельзя. Ладно. Так, третий, четвертый. Игла провалилась. Я в канале. Пробирку. У вас пациент просыпается. Сейчас добавим. Все, все. Скорее. Все, 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 все. Все. Кровь. Да, кровь. Значит так, делаем МРТ, чтобы определиться с локализацией. Потом надо найти Нарочинскую. Нужен нейрохирург. Кто бы сомневался-то?
Вот здесь он лежал. Видите, ремни пациента фиксировали. Я вам это все показываю для того, чтобы не было никаких претензий. Да какие могут быть претензии, о чем вы говорите? Главное, чтобы он жив остался. Понимаете, он... Это бред. Это... Он же не пьющий. Он не пил никогда. Никогда. Он пить начал после аварии. Была авария. Я был за рулем. Мы ехали с дачи. Мама, папа. Я не увидел ям. Я не увидел ям. Мы влетели. Машина два раза перевернулась. Мама была не пристегнута. Мама вылетела из машины, погибла на месте. Папа, конечно, считает, что я виноват во всем. Мы не общаемся. А маму звали Соня? Да. Софья Анатольевна. Понятно. Простите. Жду объяснений. Сергей Анатольевич, ну вы закончили? Как там все прошло-то? Мне чего сыну Зимина говорить? Да не закончили мы. Здрасте. У нас очередная проблема. Здрасте. Субарахноидальное кровотечение. Сейчас вот на Нарочинскую вызвали. Она едет, ждем. Лада, вам не стоило врать про ремни. У нас так здесь не делается. Между собой. Да. Но зато вам не придется платить за воск. Мне кажется, вообще в этом нет нашей вины. Думаете? Уверена. Случай несчастный. Ну, тогда спасибо. Пожалуйста. Извини, Марина, что вызвали. Ничего страшного. Гематома большая. Кровотечение, скорее всего, продолжается. Кровь могла попасть в желобочки мозга. Надо срочно брать его на стол. Ну, сегодня с него и не слезает. Счастливо. Пока, пойду. Пока. Нина, вы что, уходите? Ухожу. У меня с вами как-то поспокойнее было. Слушайте, ну мне тоже иногда нужно отсюда уходить, правда, поверьте. Не переживайте. Ну как не переживать, не нужно. Третья операция. Черт, еще эта авария. Я же не виноват в этой аварии, понимаете? Ну, я не видел эту чертову яму. Слушайте, ну я понимаю, правда, и верю вам. А папу вашего оперирует главный врач. Вот такой хирург, честное слово. Так что верьте, все будет хорошо. И ждите, просто ждите. Я вам тоже верю, Нин, спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы Нина? Я Нина. А меня зовут Наталья Леонидовна. Я мать Жени. Мать вашего мужа, ведь так? Зажим. Ну что, Сереж, как дела? С тазовыми костями я закончил. Сейчас лучезапястным займусь. У вас что? Аневризма мозговой артерии. Ну что будем делать, Марина Владимировна? Ну, очевидно, клипировать. Больной, оказывается, не алкаш, зря я его костерил. Ну, а даже если бы алкаш? Иван Николаевич, ну хватит уже к моей совести взывать. Сереж, а что это за история с падением из окна? А? Фиксирующий ремень порвался, больной встал и вышел в окно. Хорошо, первый этаж. Угу. Там в приемном Сынова, ну, у него претензий нет. Павлова все решила. Все, клипировала, можно шить. У нас 120 на 70, все нормально. Воск только Шейману надо будет возместить. Но это мы решим. Я сам плачу. Ты не обязан, Сереж. Я сказал, плачу. Значит, оплачу.
Здравствуйте. Привет, Катя. Только я не Катя, я Света. А, привет, Света. А Катя это кто? Катя была вчера утром. Катя была вчера утром, ага. Спасибо. Катя была вчера утром. Вчера утром Катя, сегодня Света, завтра кто у тебя будет утром, а? Что, не звони мне больше. Почему не звонить? Рит, почему нельзя звонить? Я не Рита, я Света. Света. Светик, Светик, ты чего? Меня. Света, Свет, ну подожди. Трогай меня, ну как ты что-то меня? Давай поговорим нормально. Мальчики, вы... Здравствуйте. А вы уборщица, да? Послушай, это мама моя, Скажите, Света. А здесь каждый день новая девушка, Свет, да? Мама моя, мама поздоровайся. Твоя. А ты скотина. Ты чего? Пусть мама об этом знает. До свидания. Что? Мне 30 лет. И? Сколько тебе лет, Кость, я знаю. На здоровье. Я здесь совершенно не за тем, чтобы осуждать твой моральный облик. А зачем? Тем более, что это сделано неоднократно. А зачем? Зачем? Я хочу сообщить тебе, что бабушка переезжает в свою квартиру. Нет. Ты слышишь? Я сказал, мама, нет! Костик, что? Вот это твои чистые рубашки. В отличие от тебя, у нас с Иваном Николаевичем ответственные отношения. Мы поженились, бабушка не хочет нам мешать, поэтому она хочет переехать сюда. Нет, я не согласен. Она не хочет. Мама, я не хочу. Я здесь прописан, здесь Салам живет. Салама никто здесь не выгоняет. Здесь три комнаты, вы все прекрасно поместитесь. Единственное, Костенька, теперь тебе придется ограничить частоту посещения твоих гостей. На следующей неделе ты перевозишь бабушку. И Иван Николаевич тебе поможет. Здравствуйте, Марина. Привет, привет, дорогой, привет. Слушай, то есть это ты? Ты, да? Колись. Ты ее подговорила? Нет. Мы решили вместе. С Иваном Николаевичем. Саламчик. До свидания. До свидания. До свидания, сын. До свидания. Мой. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего дня тебе. И тебе тоже. Давай. Иван Николаевич предатель. А мы с тобой попали. Куда? Ну, это хорошо. Число и подпись. А. Слава богу. Пациенты спасли. Вот счет за воск. Вы обещали оплатить. Пожалуйста. Спасибо, Ирина Алексеевна. Я пойду, а то смена тяжелая была. Я тут, Сергей Анатольевич, на днях в бухгалтерию заходила, так слышала, там человек нужен. Вашу жену это предложение заинтересует? Да, конечно. Ну, я сразу просто о ней подумала. Я понимаю, что она работала на каком-то более высоком уровне, но... Не-не-не, сейчас ее любой уровень устроит. Да? Ольга у меня рвется на работу, хоть куда. Нашу больницу нельзя назвать хоть куда. Это самая большая больница в стране. Да. Так что насчет престижа все равно не беспокоиться. Ну, а зарплата, да, госучреждение. Я думаю, это хороший план. Да. Я ваш должник, Ирина Алексеевна. Вы знаете, я это запомню. Всего хорошего. А насчет новой медсестры? Да, а что? Я слушаю. Она уж точно не виновата. Она все мои предназначения выполняла точно и аккуратно. В общем, хорошая новая медсестра. Я поняла. Нет проблем. До свидания. Всего хорошего. Ирина Алексеевна, пожалуйста, уделите мне минуту вашего времени. Я хотела сказать, что... Ну, вы понимаете, что я вас теперь должна уволить? Да, но я прошу дать мне еще один шанс. Ну, поймите, первый раз пришла, растерялась. Я буду благодарна вам по гроб жизни. Пожалуйста. Главное, чтобы вы помнили об этом всю свою жизнь. Я буду помнить. Да? Да. А, ладно, тогда у меня к вам просьба. Я хочу знать все, что происходит в моем отделении. Все. Про всех. В любое время. Хорошо. Получится? Ну, вообще я способна. Да?
Теперь я ваш человек, да? Поживем, увидим. До свидания. До свидания. Никого. Может быть, мы спустимся в метро? Да нет, он сейчас остановится обязательно. Здесь так всегда. Но если вы из-за меня, не надо. Нет, не волнуйтесь. Я тоже устала, я с ночной, поэтому в метро точно не пойду. Так странно, что Женя вас не слышал, он все-таки должен быть дома. Ну, я звонила, стучала, он не открывается. Ну, видимо, крепко спит. Но он предупреждал, если никто не откроет, чтобы я искала вас в больнице. Ну, интересно. Все-таки простите, потому что получилось неудобно. Ну, ничего. Не переживайте. Я на один день проезд. Я вас не задержу. Да ничего страшного. Угу. У нас Фильмовская, поедете? Садитесь. Ну, я думаю, все шансы есть, но приготовьтесь. Восстановительный период будет очень тяжелым. Потому что перелом костей таза очень непростая история. Я уж не говорю об аневризме. Я понимаю, я уже отпросился с работы, я в Тольятти работаю на ВАЗе. Доктор, мне главное, чтобы вы не подумали, что отец пьющий, понимаете? Дело в том, что некоторое время назад была авария, я был за рулем и не увидел яму. Мне рассказали. Я вам предлагаю сейчас сосредоточиться на послеоперационном периоде. Я вам говорю, будет очень тяжело. Все, до свидания. А подождите, я слышал, что во время операции использовались какие-то дорогие материалы. Возьмите, пожалуйста. С ума сошли? У нас здесь государственные учреждения, мы денег здесь не берем. Все, я устал очень. Я понимаю, это от чистого сердца. Возьмите. Не даете. Просто нам пришлось брать очень дефицитный материал в медицинской базе другого отделения. Нужно возместить. Я понимаю. Спасибо. Идите к отцу. До свидания. Сергей Анатольевич, я могу вас подвезти? Ну, не откажусь. Садись в машину, я посмотрю. Ой. А возьмите перчатки, а то испачкаетесь. Лада будет Ладу? Да. Так. Ну, попробуйте. Опаньки. Поехали. Контакт отошел. Есть контакт? Да. Так, ну вам куда? Ну, что ты мой любимый сугроб не купил? Не вылом. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро. Костя, мама спрашивала, когда ты сможешь съездить с бабушкой на кладбище. Я, конечно, и сам мог бы не такси, но ты обещал. В четверг. А, не-не-не, я не могу в четверг. Надо подумать. Мы решим сегодня, Иван Николаевич, не волнуйтесь. Костя, ты обещал. Кстати, мама сказала тебе, что бабушка хочет переехать? Сказала. Ну? Ну, я думаю, это же еще не решено окончательно. Иван Николаевич, я тоже прописан в этой квартире, но как бы мое мнение имеет значение. Ну, ладно, ладно, конечно. Так, смотрите, вот здесь нормальная домашняя еда. Это мама приготовила. Салам, для тебя здесь тоже. А, хорошо, спасибо.
Не ешьте вы эти чипсы, вы себе и желудки испортите. Я поехал домой спать. Пока. До свидания. Вечером позвони. Расскажешь, как прошел день. Ты понял, под каким колпаком? Ну ничего, мы им покажем, а? Кость, он хороший человек. Он заботится о тебе, присматривает. Это понятно. Просто я думал, после того, как они поженились с мамой, он будет присматривать за ней, а не за мной. Знаешь, я считаю, что люди того его склада действительно нуждаются в некоем руководстве. Что ты сейчас сказал? Направляющая рука нужна. Нравственные ориентиры. Это тебе Иван Николаевич на бумажке написал, как меня воспитывать? Нет, мы с Иваном Николаевичем очень часто про тебя разговариваем. Переживаем оба. Да, я запомнил несколько его выражений. Слушай, может быть, это ты им посоветовал нам бабулю спихнуть? Твоя бабушка вообще мудрая женщина. Да или нет? Да, я не против, чтобы она жила с нами. Ты предатель. Вот предатель. Ребята, там смотровой мужика тошнит. Может, посмотрите? Бегу. Хорошо. Знаешь, Сова, после того, как стал этот костюм носить, ты совсем одурел. Ты его не надевай больше. Слабак. Конформист. Это... Старпер. Все сказал? Иди поработай, а. Здравствуйте. Здравствуйте. Ходырев Александр Игоревич, 56 лет. Ложитесь. Угу. Так, на что жалуетесь? Там болит, доктор. Все болит? Вот здесь. А-а-а. Давно? Поднимайте рубашку. С вечера. Ну, терпимо. А утром, как упал, совсем не в моготос стало. Упали еще? Голова закружилась. Дома упал в коридоре. Сильно болит, доктор. Кожа бледная, тахикардия, головокружение. Так. Да, вот еще. Я как упал, у меня рота была. И чем рвало? Да бог его знает. Коричневое что-то противное. Угу. И запах. Давление? 120 на 60. У вас обычно такое давление? Не верил никогда, без надобности было. Потому как я человек здоровый. Хоть и пролетарий. Я думаю, у вас желудочно-кишечное кровотечение. Кровь общая, группа, инфекция, общий анализ мочи. Будем делать гастроскопию. Конечно, хотелось бы знать, чем у вас рвало. Простите, друг. Да. Гений мне, конечно, с утра не задался. Проходите. Раздевайтесь, ставьте сумку. И если тапочки, вон. Вот эти вот берите. Так. Слушайте, а давайте Женька еще минут 15 пускай поспит. Там с вами пока чай попьем, ладно? Вы проходите ко мне сюда, на кухню, я чайник пока поставлю. Ой. Не надо на мной заниматься, выйдите лучше спать. Да не, ну как это я дождусь, пока Женька проснется, сдам вас целости и сохранности, потом точно пойду спать. Я все-таки после ночной смены, поэтому... Сюда можно идти? Конечно, конечно. У меня, знаете, день с ночью перепутан, поэтому я разбитая. Черный, зеленый? Черный. Черный. Спасибо. А вы давно женаты? Он совсем не в курсе. Но видите ли, ведь Женя сказал вам, какие у нас непростые отношения. Ну, да. Поэтому я и не знаю. Ну, ну, год назад расписались. А, понятно. Хорошая квартира. Ничего. А вы москвичка? Да. Нина, извините, конечно, а сколько вам лет? 41.
А, понятно, что всех в последнее время это интересует. Нет, нет, это я просто так, для общей картины. Ну да, да, да. Вы уже, конечно, детей не планируете. Женю разбужу все-таки, ладно? Да, да. Потому что он как-то долговато спит, как мне кажется. Мне так достаточно сложно. Ой, за что мне это все, господи, боже мой. Евгений, ты, может, и проснешься? Я. Ну, Женька. Я, честно говоря, не знала, что его нет, простите. Давайте, давайте. Ну, глотайте. Руки, уберите руки. Ну, черт, ну. Может, у него аллергия? Нет, нет никакой аллергии. Давайте еще раз. Давайте позовем эндоскописта. Слушай, Лида, я всегда эту процедуру делаю сам. Не давайте. Могу, не могу. Мы уже 5 раз пытались. Потому что вы дергаетесь все время. Смотрите сюда. Вот это вот. Вот это. Японский эндоскоп. Если вы повредите волоконную оптику, то будете платить компенсацию. Сколько это? Это 20 тысяч, по-моему, да? 20 тысяч. Рублей? Ну, давайте еще раз ближать, как мертвый. Вот. Другое дело. Потихонечку. Угу. Мария Владимировна? Стучаться надо. Не кривляйся, а? Я не кривляюсь. Я хотела вас врасплох застать. Чего? Ничего. Дайте документы, и я поеду в министерство. Здесь 3 конверта. Все 3 оставишь в 4-м кабинете на 1-м этаже. Даже тебя все равно не пустят. Не пустят. Нет, они пустят. Документы важные. Не потеряй, а? Я спецкурьер, молния. Я ничего никогда не теряю. Слышь, ты спецкурьер. А. Матери звонила? Звонила. Она трубку не берет. Только смски. Так, ну-ка сядь. Сядь, я говорю. Туда, что ли? Именно. Ты обещала меня связать с матерью? Обещала или нет? Обещала. Обещала, только что я могу сделать, если она не берет трубку. Если вам так надо, вот езжайте туда к ней и с ней там разговаривайте. А я ничего делать не могу. Значит так, я договорилась со знакомым гинекологом. Сегодня будь добра быть здесь в 20:00 вечера. Мы пойдем в соседний корпус. А зачем гинеколог? А мне не нужен гинеколог, я себя отлично чувствую. А я нет. Ты еще маленькая девочка. Ты не понимаешь, что беременность — это не шутки. Это может быть очень... Очень серьезно, да? Слушай, ты вроде не дура. Ну, это уж точно нет. Ну, а что ты прикидываешься-то? Если ты хочешь сохранить ребенка... Я не понимаю, кто вам сказал, что я хочу его сохранить? А что это вот тут? Секреты? Да. Нет. Нет у нас никаких секретов. Вообще стучаться надо. Можно? Слушай, я за тобой. Что там Авета Павловна устроила? Ну, какое-то собрание по поводу новых медикаментов. Я не могу, у меня плановая. А можно я тоже не пойду? Ну, вдруг сейчас кого-нибудь трава переехала. Я тут раз-раз и зашивать. А вот ты как раз пойдешь. Она и так уже косо на нас смотрит. Ну, в смысле, на нашу пару. Ну, можно сказать, на нашу троицу. Иди, иди, иди. Она не любит, когда опаздывают. Так, вы мне тут это... Без того давайте. Сегодня вечером идем к гинекологу. Живешь у меня, я за тебя отвечаю. Мария Владимировна, я всю жизнь сама за тебя отвечаю. Ну, раз так, тогда езжай домой. Я понятно объясняю. Понятно. Министерство не опоздай, спецкурьер. Все, 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 все. У вас каскадный желудок. Это что такое? Ну, смотрите сюда. Вот смотрите. Вот это вот нормальный желудок. Он так выглядит. А у вас вот такой вот. Он перегибается вокруг своей оси. Получается 2 колена. Верхняя – это как чаша, а нижняя – труба. А, ну, тут теперь все понятно, я сам сантехник. Ну, вот. Ну, исправить-то это колено как-то можно? Нет.
Теперь это уже никак не исправишь. Вы с таким желудком всю жизнь живете. А это что значит, вы мне зря этим японским перископом ковыряли? Эндоскопом. Не зря. Зато мы убедились, что у вас есть кровотечение. Что теперь? Так, теперь. Лид, давай сейчас на рентген. Я сейчас на собрание и через полчаса подойду. Хорошо. Все. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Хочу вам представить президента фармацевтической компании «Асклепиум» Анатолия Николаевича Кочергина. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Я понимаю, здесь собрались очень занятые люди. Я сам в прошлом практик, помню, ни одной свободной минутки я вас не задержу. В двух словах хочу рассказать вам о нашем новом препарате, который мы с вашей помощью хотим вывести на российский рынок. Пожалуйста, внимание на экран. Берет трубку. Подали? Подали? Спасибо, спасибо. Нин, вы не волнуйтесь, с ним, конечно, ничего не случилось. Просто он не хочет со мной встречаться. Ну ладно, сильно-то не преувеличивайте, почему так-то? Да я, в принципе, я и не рассчитывала. Знаете ли, я ведь работаю в провинциальной школе, сейчас я заучим. Это закаляет. Я даже не знаю, на что я рассчитывала. И поешьте что-то. Нет, спасибо. У меня там суп есть, кстати, холодильник. Спасибо. Я приехала сюда по одному очень неприятному делу. Конечно, я рассчитывала на помощь Жене. Но раз так, мне придется вас попросить. Основным действующим веществом нашего препарата является урокиназа. По принципу тромболитического действия и другим свойствам, тромбостаз соответствует препаратам на основе стрептокиназы, но отличается меньшей аллергизирующей способностью. Да, какие же показания для назначения тромбостаза? Уважаемый Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Антон Николаевич, очень рад вас видеть. Взаимно. Данный препарат имеет чрезвычайно широкий спектр показаний. Профилактика послеоперационной тромбоэмболии легочных артерий, растворение свежих тромбов периферических артерий, периферических вен. Чрезвычайно широкий спектр. Я бы даже сказал, что тромбостаз может быть показан практически каждому вашему пациенту. Да, интересно, сколько же стоит это ваша панацея? Стоимость тромбостаза несколько выше, чем его зарубежные аналоги, но высокая цена окупается столь же высоким клиническим эффектом. Я вам ответил, Олег Михайлович. А если вы делаете по лицензии, почему же тогда цена так высока, в отличие от оригинала? Из-за стоимости высококачественного сырья. И, уважаемый Олег Михайлович, чтобы рассеять ваше недоверие, я хотел бы предложить вам лично убедиться в высокой эффективности данного препарата. Вы мне предлагаете пропить курс, что ли? Нет, ты просто доктор Брагин не понял, что ваша компания собирается поставлять нам этот препарат для клинической апробации. Что, бесплатно? Не бесплатно, но по социально адаптированным ценам. Да, Марина Владимировна, вас в операционной ждут. Все готово. Я в курсе, да. 5 минут. Хорошо. Да? Это вы, Марина? Партнерша Олега. Господи, Саша, здравствуйте. Мне очень-очень нужно с вами лично пообщаться. Что с Вероникой случилось? Что вы мне все время пишете срочно, немедленно, свяжитесь? Что там у вас происходит? Саш, связь нормальная, так слышите меня? Ну да. Вероника беременна. Вы вообще в курсе? Это она вам сама сказала? Ваш коллега и ответственный за научную работу доктор Гафуров уже достаточно хорошо ознакомился с нашим препаратом и готов включить его в программу научных исследований. Саламов Магомедович, прошу вас. Благодарю. Благодарю. Пожалуйста. Целью нашей работы является разработка методики регионарного
растворение тромбов в послеоперационном периоде. Установка катетера в магистральный сосуд зоны тромбоза и введение тромбостаза. Ну, это все замечательно, конечно, но наука тут при чем? Олег Михайлович, вам придется это послушать. Ирина Алексеевна, извините, пожалуйста, мне нужен доктор Лазарев, очень срочно. Да, конечно. Идите. Продолжаем. Данный препарат является неотъемлемой частью посттравматической терапии. У него в средостении жидкости и воздух. Нужно дренировать. Подавайте в операционную и зови санитара. Александр Игоревич. Александр Игоревич, вам хуже? Больно. Я понимаю, на рентгене мы обнаружили еще одну проблему. Вам нужно сделать небольшую операцию. Потерпите. Помогите. Давайте быстрее. Помогите. Что со мной, доктор? Ну, как вам объяснить, чтобы вы поняли? У вас засор. Вода не сливается. Все надо хорошенько прочистить. Если по-нашему, то надо знать, от чего засор. А потом уже лезть с вантусом. Ну да. Вантусом можно испортить. А если соседей начнете заливать? А внизу евроремонт. Делайте, что хотите, доктор. Ну, другое дело. Давайте. Олег. Олег. Ну куда ты убежал? Как говорится, сколько лет, сколько зим. Да. Ну здорово, кочерга. Мне сказали, ты лучший хирург здесь. Самый лучший. Да. Я вижу, авторитет, говоришь один за всех. Ну да. А ты, я смотрю, бросил хирургию за неприбыльностью дела. Олег, ну зачем ты так? Мы можем быть полезны друг другу, по-моему, это очевидно. Чем мы можем быть друг другу полезны? Чтобы это фуфло впихивало людям. Тромбостаз. Ну да, ну да. Да, да. И ты прекрасно понимаешь, что так действуют все фармалидеры. Или что, к тебе уже приходили немцы из ГИР? Да никто ко мне не приходил. Просто я считаю твой тромбостаз неэффективным средством. И впихивать я его никому не буду. Ни за деньги, ни бесплатно. Тромбостаз, Олег, отличный рабочий препарат. Почитай нашу презентацию. Ну что ты взял, что он неэффективный? Да с того, что я тебе не верю. Я здесь не просто так, Олег. Не с неба свалился. Существуют определенные договоренности. Давай-ка мы с тобой не будем ссориться. Не с тобой ссориться. Все в порядке. Да, более чем. Мы, видите ли, с Олегом Михайловичем старинные приятели. Однокурсники. Вот, делимся воспоминаниями. Да, да, да. А ты помнишь? Помнишь, я тебе говорю, брось хирургию, брось. Бросил. Молодец, умничка. Вот видишь, тем самым повысил как-то выживаемость пациентов. Пойдемте. Да, Ирина Александровна. Счастливо. Тебе не хворать. Странно, такого я не ожидал. Примесь крови? Лита, обязательно отнесите это в лабораторию. Юль, дай, пожалуйста, пробирку. Что там? Где протечка-то у меня? Не знаю пока. Но стояк, по ходу дела, точно рванул. Что-то я совсем... Прям худо. Давление упало. Нужно подождать результатов анализов. Я пока ничего не могу сказать. Понимаете, да? Воду надо по-любому перекрывать, пока весь дом не залил. Сознание потерял. Юля, готовь интубационный набор. Подождем.